Здравствуйте, это программа «Знаем русский». Очень часто перед какой-нибудь важной датой в HR и текстах официальных лиц мы часто слышим словосочетание «в преддверии». Выглядит оно достаточно громоздко и напыщенно. Впрочем, и написать его верно не так-то просто. Быть может, устюжане знают правильный ответ. Преддверие, преддверие. Вот какой вариант выберите? Вот это преддверие. Какой вариант? Второй. Посчитайте. В. Второй. Преддверие. Преддверие, преддверие. Не знаю. Преддверие. Вот вы бы какой вариант выбрали? Последний. Какой вариант правильный? По-моему, так вот этот. Да, преддверие. Ну, какой? Покажите. Вот. А вы как считаете? Второй. Да, пожалуй, тоже. Где-то две, это не должно быть. И тут две, а... Опять вы отдельно. А кого? Везде отдельно. Преддверие отдельно. Вы. Наверху вместе. Нет, вот этот должен правильно быть. Второй. Какой вариант выберете? Двойка у меня была в преддверии. Второй. Да это уж семечки для меня. Вот так вот, два слова. Я учился в 5-й школе, и любовь к русскому языку и литературе мне привела замечательная учительница, филолог Галина Николаевна Вакумова. И по интуиции, интуитивно я пишу без ошибок. Правильно, синтактика, орфография. И когда 13 сентября мы встречались у нее на день рождения, наизусть читала нам час Есенина, Блока, Северянина и Рубцова. Поэтому то, что вот здесь предлагаете, конечно же, второй вариант. Два слова с двумя буквами «Д», а на конце «И». Именно так следует писать в преддверии верно. Филолог Антонида Смолина объяснит, почему. Слово «преддверие» обозначает буквально «место перед дверью». В русской лексике слово «преддверие» в прямом значении употребляется довольно редко. В речи в основном оно функционирует в переносном значении, обозначая время, непосредственно предшествующее наступлению какого-либо события. Например, в преддверии праздника украшают витрины. В таком временном значении оно используется как производный от именный предлог, как и аналогичные слова «в течение года», «в продолжении лета» или «в заключении собрания». Предлог в преддверии оформлен грамматически как существительное в форме предложного падежа и сохраняет написание с конечным «и». То есть мы говорим и пишем в преддверии и праздника. Такое же написание имеет производные предлоги, образованные от существительных с конечным «и». По истечении срока, по прибытии на вокзал, в соответствии и с расписанием, по окончании школы или на протяжении жизни. Зачем мучить себя и других? Сложнее, не всегда лучше. Вовсе не обязательно писать в преддверии везде, где только можно. Есть же гораздо более простые для запоминания слова. Например, незадолго, перед, накануне, скоро. Выбирайте. Это была программа «Знаем русский». Я Максим Тянов.